Мур, Мур, доброе утро. Доброе, прекрасное утро, мои любимые. Времени 4 утра. Хорита уже там шкребется в дверь, просится гулять. И у нас зима. Крестьянин, торжествуя на дровлях, продолжает путь. Его лошадка, снег почуя, плетется что-то там как-нибудь. Положила кошечке кашу с мясом, с морковочкой. Совсем не ест. Налила молочко. Молочко выпила. Вот такая кисонечка. Да, привет. Привет, мяу-мяу. Мяу-мяу. Я вас не понимал. Мяу, мяу, мяу. Моя девочка. Ой, пока я мыла посуду, уже 4:49. А Хорита все ждет. Прогулки. А я нет. Я хочу с вами поделиться стихом. О, такую фотку поставила на Аву. Вот он, мой стих. Для вас с утреца, мои любимые. Найдется для рябины птица, которая все съест, для курочки насест, крупица и вопрошающим ответ. Найдет все знания, кто ищет, но не вовне. Те, кто любовью дышат, они в тебе. Любой вопрос задай с любовью, и вот ответ. Разрушишь все программы новью, и вспыхнет свет, и тьма лишь недостаток света, а страх любви. Зимою не хватает лета. Ты наблюдением и улыбкой себя буди. Все сон вокруг, и снег, и лето, есть только ты, и только ты создал все это. Моря, цветы, ты сотворец, и все возможно. В себя поверь. С любовью ничего не сложно. В нее ты дверь. Поставила свою фоточку и поставила все ответы в тебе. Группа «Просто счастье». 67 моим друзьям понравился стих, 9 человек себе взяли и 333 прочитали, 22 комментария написали. Катенька Кузнецова написала, Ира. А, игра бесконечна, коль выбор сердечный. Умница, Катечка. Леночка Костюшкина, Музочкина хозяйка, прислала вот такую прекрасную песенку «Горчит калина». Я вчера слушала, мне очень понравилось. Вот. Спасибо, Леночка. Держу дверь. Проходите. Вот она держит дверь. Проходите быстрее. Кто это пришел? Хорита. Не хочет она твою кашу. На, радость моя. Радость моя. Радость пылесосовна. Хорита пылесосовна. Ой, как вкусненько. Ой, как вкусненько. С мяском. С рулькой. С рулькой. Все, смела. Смолла, смолла. Так, ботинки мои не надо облизывать. Ой, как вкусненько. Хорит, иди, дай дочитать комментарии. Наташенька Зырянова написала. Молодец, Ирочка, солнышко наше. А ты наша. Спасибо, Натусечек. Ирочка Стрелец прислала ручки в намасте. Ирочка, я есмь. Такое сердечко прекрасное. Спасибо, Ирунечке.
Людмила Косачева прислала такую картиночку с рябиной. А дальше придет зима. А у нас уже пришла. Ирина, благодарю. И я, Людочка, благодарю. Елена Щукина прислала. Люблю. Такое сердечко. Хорита, все! Хватит тебе это хущарить тут. Иди. Надежда Воронецкая. Благодарствую, Ирина. И я, Наденька. Благодарствую. И Надежда Ребрикова прислала такие прекрасные картиночки. Спасибо, Наденька. Джулио Кесар. Сердечко. Лидочка. Гаврилова тоже сердечко прислала. Хельга Хоу прислала тоже девочку с сердечками. И Любовь Поющая. Благодарю. Прислала такой прекрасный цветочек. То ли лотос. Наверное, лотос. Ну, на астру похож. Очень красивый. Спасибо, Люшка. Ирина Столбовская кисоньку с сердечками прислала. И Илюшка Урбанович. Божественно благодарствую, любимая душа моя. И я тоже. Николай Емцов. С любовью ничего не сложно. В нее ты дверь. Не прибавить, не убавить. Благодарю и обнимаю. И я тоже, Коленька, благодарю и тоже обнимаю. Светлана Науменко прислала тоже такую красивую картиночку. Ты куда, Хорита? Не надо под диван лезть. А здесь мне Любовь прислала обалденный цветочек. Смотрите, какой. Такой трепетный. Хорита! Иди! Иди, сказала! Иди! Иди! Смотри на меня! Мухамедовским взглядом. Иди. Светочка Данилова прислала. Сердечко, ручки в намасте. Еленочка Костюшкина снова прислала прекрасную музычку. Вот такую просветленную. Красота. Спасибо, Леночка. Светочка. Я съесть любовь. И всем, всем, всем спасибо, мои любимые. Вот, поделилась. А это залезла уже на диван. Лежит. Голливуд. Или как там? Болливуд. Видите, как она позирует? Это она манипулирует, чтобы так ее пожалели. И каждый мой шаг контролирует. Ну что, пошли. Одену носочки. Видишь, я даже без носок. Надену носочки, ботиночки и пойдем. А я уже не помню, поздоровалась или нет. Мне какая-то Яна там пишет всякие гадости. Не знаю, наверное, буду тоже блокировать. Мне все девочки говорят, а зачем ты вообще читаешь, просто удаляй. А я говорю, ну почему нет? Мой ум уже не разделяет, ну вот она так видит. Она видит, что я страшная, а кто-то видит, что я прекрасная. Мой ум не разделяет, что вот этот прав, а вот этот не прав. Ну, все имеет место быть, как темнота, так и свет. И все есть. Моя птичечка. И как я в стихе написала, темнота не потому, что там что-то, а просто мало света. Надо больше дать света, и все. И темнота растворится в свете. Да, кисунчик? Кисунчик? Люсь, пошли! Пошли! Гулять! Гулять! Я честно обуваюсь и идем. Надеваю свои беленькие носочки с сердечками. Надела. Теперь ботиночки. Хорита, ну зачем ты ее нюхаешь? Взяла, прогнала кошечку. Чё это у тебя в голове? Хвостомах.
Опять пришла. Все, обулась. Пошли. Кинься. Пошли. Я это и обулась. И надела кофточку. Потому что там холодно. Надо глянуть, сколько градусов. Харита, давай глянем, сколько градусов. Так. Так. Мороз. Минус один. Но минус один это нормально. Ждет. Сидеть? Си! Молодец! Выходи. Выходи. Умница моя. Умница моя. Так, жди, сейчас курточку надену. Жди, жди, жди. Так, ключик в кармане, пошли. Ну, не думаю, что в 4 часа придет ряженый. Поэтому надо прикрывать. Пошли. Вперед! Пошли! Привет, мои любимые. Доброе, прекрасное утро. Раннее. Что я хотела сказать? Кто хотел? Тут уже потаяло чуток. Хариточка, потихоньку не тяни. Что если нас что-то не устраивает вовне? Вот мне не нравится это дерево, как оно растет криво. А эти как-то вместе или что-то. Это значит, что-то у нас... Эй, да брось! Да брось! Листочек схватила. Пойдем. Значит, что-то у нас внутри дисгармонично. Что-то не то у нас в голове. И абсолютно все нужно искать в себе. Любые ответы. Потому что так же, как красота в глазах смотрящего, если у человека прекрасное настроение, он идет и все своим светом заливает. Ему абсолютно все нравится, абсолютно все устраивает, ничего не раздражает. И для него все люди божественные, прекрасные творения. А если он недоволен собой, то и его сразу не устраивает ни его жизнь, ни его соседи, ни родственники, ни семья, ни любимые, ни родные, никто. Если человек недоволен собой, если он себя не принимает, если он себя не любит, как он может любить какую-то там Иру непонятную, или Галю, или Свету, или Диму, или Андрея, или Колю? Не может. Поэтому, Яночка, ищи в себе. Не надо тыкать в зеркало и пытаться свое отражение изменить там. Оно не изменится в зеркале до тех пор, пока ты не изменишься сама. Как только ты начнешь улыбаться, и твое отражение в зеркале начнет улыбаться. Как только ты станешь красивой, и твое отражение станет красивым. Оно засияет, и все люди для тебя станут красивые, божественные, прекрасные. Вот что я хотела сказать. Говорение происходит. Люсь, ты зацепилась. Да блин. Хорита.
еще листочки зеленые, везде снег. Красота. Звонит мне сынуля в 2 часа ночи. Говорит: мам, я машину ремонтирую. Я говорю: видишь, сынок, даже машина твоя не выдерживает. Потому что он, как я уже сказала, 2 недели работает без практически отдыха. И днем, и ночью. Таксует. Я говорю: видишь, даже машина ломается. Так что, дорогой мой, потихонечку береги себя. Нельзя через себя прыгнуть. Все просто происходит. Не надо себя насиловать. И паспорт будет у тебя, и все будет так, как прописано. Через свою башку все равно не прыгнешь. Отпусти. Харита, что ты там? Опять что-то нашла. Да что ж за собака такая? Ты же только что сожрала это. Юлька тебя накормила хорошо. И этой кошки кашу доела. И все. Блин, ей сколько не давай. Она как это, как голодающая. Сейчас кто-то напишет, что у нее глисты. Как всегда. Если хороший аппетит, значит обязательно глисты. А, фонарик какой. Сама меня ведет сюда. На Молодежную. Я хотела там погулять. В частном секторе. А она сюда ведет. Странная собакена. Та-т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 а. Какое небо вообще. Такой цвет. Я в Москве, когда только с Ливана вернулась, жила в Москве с 2005 по 2007. 2 года рисовала ночами. Приходила с работы, я работала у ФСБшника, домработницы. Когда приходила с работы, по полночи сидела и рисовала. Само рисовалась. И у меня вот такого цвета были рисунки, очень похожего. Столько всего вырисовала. И подруга моя, Маринка, все мои рисунки увезла в Мариуполь. Ну, а потом в Мариуполе взорвался ее дом. И все пропало, шеф. Ну, так мы знаем, что рукописи не горят. И картины никуда не деваются. Они уже все во мне. Если захочу, так все это снова нарисую. Там везде стоят баночки для кошечек. Где-то корм сухой, где-то что-то. Ходит везде, подбирает. Пипец, я же говорю. Харитовна, пылесосовна. Капец. Дойдем, все. Люся. Гуляем тут. По темноте нет вообще. Тут ни одного фонарика. Все для людей. Хотя где-то в 4 утра, например, уже светло. А здесь еще, смотрите. Где-то поезд. Едет поезд. Тут недалеко совсем железная дорога. Мы вчера с Раней пели. Она говорит: иду с работы, хочу кушать. А я ей говорю: а я сварила картошечки в мундирах, и у меня селедка. Она говорит: как селедка? Я говорю: ну так, соленая рыбка. Она говорит:
Не ела никогда, ела сухую. А так, как ты говоришь, мокрую не ела, не пробовала. Я говорю, так приходи, я тебя угощу. Она говорит, как же я пойду? Если я пойду пешком, я приду к тебе голодная и холодная. А я говорю, так ничего, я тебе макарончиков сварю. И спела ей песню по-арабски. Барыла макарона. Она как начала ржать, говорит, Ирина, нам надо с тобой, ты поешь, я играю, я музыкантом буду, ты будешь певицей. Я говорю, тогда надо кого-то на подтанцовку. Она говорит, ну, Соломона, кого еще? Мы, говорит, приезжай, мы в Ливане кучу денег заработаем. Ты будешь петь, у тебя прекрасный голос. А я буду играть, а Соломон будет танцевать рядом. Я увидела эту картину, как начала ржать. Не могла удержаться. Сейчас вам там послушать, как я ей пела. Я знаю, что вам интересно. Ну, по крайней мере, не я нам, а кому-то точно интересно. Мы ржали вообще. Стой! Стой! Так, где тут наша Руру? Вот она. Вот она в конце поставила танцующую девочку. Хора, подожди. Где же тут? Я пела. Стой, иди сюда. Хора, иди сюда. Иди сюда, ко мне. Я тут с краешку присяду. Послушаем раннюю. Иди сюда, Хорита, ко мне. Ко мне. Ко мне. Рядом. Садись на лавочку, давай. Садись на лавочку. Так, тут что? А ну-ка. Это я и пою про макароны. И теперь она мне. Смеется. Это она идет с работы. Вот, она говорит, я буду играть. А вот тут говорит. Она махана, интимуганна. Это значит, я музыкант, а ты... а ты этот, певец. Вот так мы с ней вчера ржали пол ночи, пол вечера. Ночью я спала. Наконец-то, мои любимые, восстановился мой режим. Я ложусь спать в 8 и просыпаюсь в 2, в 3. Высыпаюсь вообще вот так. И прям кажется, что больше, чем надо, сплю. Какой светик красивый. А Хорита тут наматывает круги вокруг меня. Люблю вас, мои хорошие. Длинноватое видео. И этот не снимает красиво, как я вижу. Зараза. Не хочет. Ну и бог с ним. Люблю вас. Всем прекрасного воскресенья. Спасибо, что вы есть. Хорита! Хорита! Замерзли лапки? Пошли домой.